Краснодарском крае стартовал всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора. 1 июня во всех муниципальных образованиях, в том числе и в Северском районе, прошел первый этап. С приветственным словом к ребятам обратился министр физической культуры и спорта края Алексей Чернов. В этот же день сегодня у нас стартует, скажем так, период отпуска для наших ребят. Мы ждали это время. Сегодня День защиты детей. Это символично, что мы стартуем нашим спортивным соревнованием. Ребят, вам честных побед, ярких эмоций и прекрасного мирного неба над головой. Успехов! Также всех собравшихся с праздником поздравил первый заместитель главы района Марина Наумейко и глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский. Конечно, вы будете достигать новых вершин, а мы всегда будем гордиться вами. Сегодня, в день праздника всех детей, хочется пожелать вам всегда быть здоровыми, радостными и счастливыми. А мы точно знаем, что самые замечательные, самые лучшие дети живут в Северском районе. Я поздравляю вас и командам, которые будут участвовать, я желаю побед. А те, кто не победят, не расстраиваться, ведь через поражение все равно приходит победа. Желаю вам побед, успехов и хорошего настроения. Хорошее настроение перед стартом юным спортсменам задало выступление акробата в студии спортивного танца «Диана». Турнир проводится в 3 этапа в нескольких возрастных группах. Победители муниципального этапа получат возможность защищать честь Северского района на зональных соревнованиях, которые пройдут в конце июля в городе Краснодар.